Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на та-дам! Цветные карандаши. Это просто какая-то радость первоклассника. Все эти карандаши, естественно, от фирмы Fix Price. Как вы видите, здесь есть неоновые с эффектом металлик и пастельные. Посмотрите, тут и бабочки, вам и ракушечки, и радуга. Что еще можно желать? Хотя, опять же, вы хотите, чтобы я цветом металлик рисовала бабочек и цветочки пастельными, радугу, треугольники, а неоновыми рыбу и это, ракушек. Ну, для рыбы ладно, допустим, где-то там, на глубине, какие-то сверкающие рыбы. Но опять же, вспоминая рисунок граффити на черной коробке, есть некоторые вопросики. Конечно же, я хочу их выкрасить. У меня есть вот такая уже огромная выкраска с разными карандашами. И вот эти карандаши, обычные цветные карандаши из Fix Price. А вот это акварельные карандаши из Fix Price. Это, кстати, маркеры от Уна. И, пожалуй, где-нибудь здесь я сделаю выкраску вот этих карандашей, чтобы они у меня были все вместе. И давайте начнем с металлики. Ну что могу сказать, круглые, блестящие, похожи на дерево, вроде не полиэтилен слезающий. Выглядит на самом деле неплохо, они очень мягкие, рисовать очень приятно. Давайте дальше. Что могу сказать? Металлики действительно блестят. Пастельные цвета действительно пастельные. Неоновые, ну вот... Начиная с вот этого, было похоже на неоновый, потому что вот эти не очень на них похожи. Вот эти прям, конечно, явно неоновые, но я думаю, мы еще сделаем один тест на неоновость. Например, вот здесь, потому что здесь выглядит очень красиво и ярко. Так, ну я надеюсь, вы не расстроитесь, если я возьму этот листик. Угу. Так, самый неоновый. И этот тоже. Понятно все с вами. Ясно все с вами. Окей. По итогу голубой тут самый неоновый оказался. Ну, давайте уж остальные. Ну, в общем, название это свое они оправдывают. Металлик мне даже здесь тоже нравится. Правда, очень похожая история, как с вот этими ручками. Давайте тогда нарисуем что-нибудь. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать. Результат, мне кажется, неплохой, с учетом того, что это за карандаши и откуда они. А мне очень понравилось, что вот эти металлики, они накладываются на другие цвета. Неоновые, конечно, не накладываются, то есть вот отдельно они хорошо рисуют, но поверх других уже они еле-еле дают какой-то цвет, но уже не такой яркий. А так они очень мягкие, ими очень приятно рисовать, они дают разный штрих от тонкого до толстого, вот очень мягко, размашисто вот этот
желтый здесь ложился просто шикарно. Темные металлики эти, они накладываются на другие карандаши, ими вот в дополнение очень классно работать. И они не настолько блестят, чтобы прям все перебить своим блеском. То есть какой-то блеск есть, возможно, для металлика он недостаточный. То есть я предполагаю, что металлик, ну, вот так должен выглядеть, а не вот так. Есть блеск, но вот он такой. Это, конечно же, не масляная пастель, чтобы прям так блестеть. Ну, в общем-то, я, опять же, приятно удивлена. Вот хотя бы из-за мягкости их можно взять. А по цветам, ну, вот уже смотрите, какие больше нравятся. Вот этот желтый мне понравился. Ну, и, в принципе, вот этот он тоже хороший и яркий. Единственное, тут три набора, и из всех этих трех темные есть только в металликах. Ну, в пастельных цветах их не предполагается, и в неоновых их всего несколько. Каким-то одним набором, наверное, сложновато рисовать, а вот именно когда они все вместе, когда есть и темные, и светлые цвета, тогда это хорошо работает. Спасибо всем за внимание. Хороших вам рисунков. Всем пока!